А есть мысли еще что делать, кроме игр, компьютер, девайсов? Да-да-да, вы скоро узнаете, скоро продукт выйдет еще один в этом году. Мой, даже два продукта. Даже три, возможно, продукта. Один из них продукт питания, да. Не-не-не, я бы не стал делать продукт, который я сам не употребляю. У меня очень важная позиция по этой теме. Типа, так сказать, прочувствовать на своей шкуре. Допустим, шоколадки я пи***ц люблю, но речь не о шоколадках. Но шоколадки я бы с кайфом сделал бы. А тонны? Не, в смысле, зачем я их не использую? Ну, в смысле, как бы... Нет, вы реально думаете, то, что парень с девушкой в отношениях... Я просто не знаю, но он не занимается же сексом, гандон. Занимается, я не без понятия. Ой-ой-ой, история, хорошо. Главное, что не мясанул, заебись. 10-8. Денег нет, бомба стоит. Занимается, да? Я не знаю просто. У меня просто ни разу такого не было, честно говоря. Я со всеми... я же общаюсь с пацанами, блядь. Со всеми с пацанами... Всю жизнь обсуждал, мне все говорили, что никогда никто не занимается, типа, своими девушками. Не боишься, что залетит? Ну... Не, если вопрос, там, хотел бы, допустим, хотел бы я ребенка с Диларой? Да, хотел бы. Сейчас? Не сейчас. Вот, поэтому... Не, ну, блядь. Не знаю. Если мальчик, кстати, будет попроще с поиском игроков. Согласен. В Академию Gunfire сразу. Да, я думаю, что он в 2 года уже точно как минимум, как Резолюкс будет играть. Дети просто ответственность большая. В целом, не, это прикольно, но это реально большая ответственность. Не сейчас, дальше уже поздно будет. Я бы, наверное, после 30 бы хотел. Троник. Поздно. Не, поздно, пацаны, это после 11 спать ложиться, бля, по мелатонину хуже вырабатывает. Назовешь ребенка Бустилара. Красивое имя, кстати, такое немножко, знаешь, Бустилара. Такое немножко мексиканское. После 30 не захочется уже. Не, как раз после 30, возможно, не захочется. Ну, может, не захочется. Как, знаешь, когда это же все в отношениях обсуждается. Вы типа оба почувствуете это.